Приветствую вас, Татьяна. В первую очередь, пожалуй, хочется отметить, что как-то вот вы свой вопрос не задаете. Да? То есть, вы написали текст. Вы вроде бы что-то спрашивали, по идее, что-то хотели спросить. Вот, но как-то вот пока что никакого вопроса в вашем тексте я не увидел. Кроме того, что вот вы пишете, что вот вам стыдно, вот как будто вы там, не знаю, бросаете там своих родных и прочее. Вот. То есть вы разрываетесь между желанием вернуться туда, где вам лучше привычнее, комфортнее, и между необходимостью, я так понял, да, остаться вот как бы со своими родными, со своими близкими. Вот, и, собственно, один из таких вот, как мне кажется, ключевых моментов здесь заключается в том, что не совсем понятно, чего вы хотите от нас, от психологов, да, то есть вот какой вопрос у вас к нам, к психологам, я имею в виду, вот, что вы хотите. Потому что то, что могу, например, сказать вам я, да, допустим, вот, ну, то, что я вам могу сказать, например, вот это, поработать с личными границами. Вот. Просто потому что как бы вот здесь проблематика такая, что слишком близко вы, как мне кажется, да, вот, слишком близко вы допускаете до себя, вот, своих родных, своих близких, слишком близко допускаете, как мне видится, как мне кажется, слишком близко допускается. Настолько близко, что вот как бы, у них есть возможность вот на вас, влиять на вас вот таким образом. Вот. То есть как бы это вот, наверное, не очень хорошо. Мягко говоря, не очень хорошо. Но если мы говорим, опять же, в контексте ваших взаимоотношений с близкими. Вот. То есть вы не чувствуете себя, да, вы не очень хорошо чувствуете себя, не очень хорошо понимаете, что вам нужно, не очень хорошо различаете там, словно, где ваши родные, вот, чего хотите вы, чего хотят ваши родные, то есть как бы вот, нет такого, что у вас вот есть какое-то разграничение. А оно, это разграничение, вообще говоря, очень важно. Потому что важно отграничивать себя от других людей. Даже от своих близких. Иногда особенно от своих близких важно это делать. Вот, то есть, понятно, что бывает
бывает тяжело, понятно, что бывает это сделать достаточно трудно, сложно, ну вот это все понятно, вот, но тем не менее вот такой аспект, он довольно важный, как мне кажется, по крайней мере, ну вот как мне кажется, вот, исходя из, опять же, того, что, ну, я могу вам сказать. Вот, то есть тут очень, вот, как мне кажется, прям важно вот на это обратить внимание. Это первое, что хочется сказать. Что хочется сказать еще из важного, наверное, да? То, что вы обесцениваете себя, как мне кажется, опять же. То есть то, что вы обесцениваете вот именно свои желания, то, что вы обесцениваете именно, ну вот, свои потребности, ставить себя как бы, ну, ниже, чем чем ваши близкие. Вот. То есть, ну, как-то вот так вот получается, да, что вы считаете себя им обязанным. Вот. И мне кажется, что это, ну, как минимум, не очень хорошо для вас. Как минимум, не очень хорошо. Для вас, а как максимум, это вообще ведет вот, ну, к определенному такому вот негативу. Да? Вот. К определенной такой, ну, ну, деструктивной позиции, потому что не получается у вас, ну, жить своей жизнью. Не получается у вас, как бы, идти, ну, вот, своим путем. Не выходит у вас идти своим путем. Вот все время, там, на пути, на вашем, да, возникают какие-то препятствия, ну, в данном случае это вот, да, то, что касается ваших родных. Вот. К сожалению, опять же, повторюсь, к сожалению. Поэтому это вот если мы говорим прям вот сходу, да? Дальше. Вы пишете, в прошлом году из-за пандемии я переехал в деревню из Подмосковья с дочкой. Живу с мамой, дедушкой, бабушкой. Маме тяжело, она не работает, осматривает за родителями. Работа здесь нет, я очень хочу вернуться, но там нет своего жилья, у меня есть мечта купить там квартиру, но не знаю, как это сделать. Мне 34, я очень боюсь, что родственники не одобрят моего решения уехать. А почему? Почему ваши родственники вообще должны одобрять какие-то ваши решения? Вот. То есть, почему вам нужно их одобрение? Ну вот вообще. Как бы. Вот. То есть. Зачем вам их одобрение? Вот на это обратите внимание. Как бы, да? А для чего вам нужны их одобрения? Почему вам нужны их одобрения? Вот. То есть, мне кажется, это, ну, как минимум, то, о чем вам, ну, вот, нужно, не знаю, подумать, наверное. Зачем вам их одобрения?
а без их одобрения, что как бы, ну, ну, без их одобрения, что будет, вот если у вас их одобрения нет, например, да, что происходит? Вот, вы говорите, что хотите купить квартиру, вроде бы, да? То есть, вроде бы, ситуация ясна, ну, то есть это вполне себе понятный момент, что вы хотите купить квартиру. Вот, но зачем? Вам может этот вопрос показаться несколько странным, вам этот вопрос может показаться глупым, даже банальным, может быть, но тем не менее мне бы очень хотелось, чтобы вы на него ответили. Вот. Зачем вам квартира? Вот. То есть, вот какую, может быть, ну, свою проблему вы хотите решить с помощью квартиры? Вот. Это, как мне кажется, важный момент, потому что если вы не очень отдаете себе отчет в том, зачем вам квартира, да, не понимаете, какое значение квартиры для вас имеет, ну, так, не знаю, не осознаете этого, например, то вам, конечно, будет сложно, вне всякого сомнения. Вам будет сложно, вам будет нелегко, вам будет трудно. Вот. Поэтому мне кажется, что вам очень важно увидеть, для чего вам квартира. Вот. Причем увидеть важно именно вот вам, ну как бы, вам самой, да, увидеть это. Не так, чтобы вот вам кто-то, да, там, ну, кто-то сказал, или, там, показал, а именно вот вам самой увидеть, зачем вам квартира нужна. Вот, потому что вы хотите, но как будто бы вот, знаете, вот, как будто то, чего вы хотите, как будто, ну, для вас под запретом, что ли, вот, как будто бы вот такая какая-то здесь история. И мне кажется, что это в том числе от не слабого осознавания цели. Вот. Именно слабое осознавание цели. Здесь. Вот. Квартиру хочу, но зачем, вот, ну, не совсем понятно. Зачем мне эта квартира вообще нужна? Вот. То есть на этом я бы рекомендовал обратить вам свое внимание, в том числе. Дальше. Так, я как будто их предаю, мне так стыдно себя виню за того, что переехал сюда, но переехал я из-за пандемии. Мне кажется, что будет лучше вам, вот, ну, в какой-то степени, да, будет лучше, если вы, ну, может быть, признаете, что не пандемия дело. Вот. Или не только в пандемии дело будет лучше, если вы признаете. То есть будет лучше, если вы, ну, как-то вот признаете, что ни одна пандемия повинна в том, что вы переехали. Судя по вашей реакции, чувство вины и
ну, какой-то такой, не знаю, обязанности, что ли, перед родителями у вас было всегда. Вот. То есть давайте как-то вот, ну, все-таки постараемся честно. Постараемся честными, ну, быть честны хотя бы, вот, вы сами с собой постарайтесь быть честны. Вот. Понимаете, потому что если не будете честны, как бы, ну, сами с собой, то, ну, вы, извините, куда, грубо говоря, мы придем, да? Вот. Поэтому давайте постараемся быть все-таки вот, ну, почестнее. Вы постарайтесь быть почестнее именно с собой, сами с собой, в первую очередь. Вот. Мне кажется, это важно, и мне кажется, что это может вам тут только оказать, ну, такую хорошую службу, достаточно хорошую службу. Вот. На мой взгляд, опять же повторюсь, на мой взгляд. Вот. Я не знаю, конечно, как вот оно на самом деле обстоит. Да, я не знаю, как на самом деле обстоят, ну, дела. Вот. Но так это выглядит, по крайней мере, сейчас. А касаемо предательства, вот что тоже, на мой взгляд, важно, вот, ну, если мы говорим, опять же, про именно предательство, то, ну, вот, в контексте предательства, можно, на мой взгляд, говорить о том, что это все-таки есть вот некоторая проблематика личных границ у вас. Как мне кажется, опять же, повторюсь, вот, то есть проблематика личных границ. То есть предательство — это вот история про, ну, про какие-то требования, такие вот, ну, постоянные, что ли, требования. Вот, про постоянные требования, ну, к вам со стороны, ну, со стороны близких людей. Вот. И это, мне кажется, очень давно уже началось, на самом деле. Вот. Ну, мне так это видится. Понятно, что всех нюансов я не знаю. Вот. Но выглядит это таким образом. Выглядит это вот, наверное, так. Выглядит это таким, ну, вот, таким образом это выглядит, повторюсь. Вот. То есть я не знаю, как на самом деле получается. Я не могу, ну, не могу этого знать, как на самом деле. Вот. Но пока что так. То есть пока моя идея относительно, например, личных границ, она пока работает, она пока более чем актуальна. Вот. Но опять же, повторюсь, это вот только пока что. То есть это вот именно ну, на данный момент пока. Вот. Я могу вот такой вывод сделать. Но я могу ошибаться, я могу быть неправ.
Поэтому важно, чтобы вы или подтвердили, или опровергли этот момент. Вот. Понимаете, да? То есть, чтобы вы и не соглашались вот как-то вот, ну, слепо, да, со мной, например. Вот. И чтобы вы вот, ну, чтобы вы показывали, чтобы вы проявляли какую-то активность. Может быть, в этом для вас тоже был бы терапевтический эффект. Вот. А следующий момент это значит то, что у вас так, когда осталось без работы в одной квартире с дочкой, это вы пишете о причинах. Но ведь вы же почему-то остались так сильно и страшно, что не получится, не справлюсь, что мама бросает чувство отчаяния, безысходности не покидает. Ну, вас, с одной стороны, я понимаю, конечно, вот. С другой стороны, ну, я бы сказал, что тут нужно работать, как мне кажется, тут нужно работать. И нужно вот научить вас вот как-то вот потихонечку себя чувствовать лучше. Научить вас как-то вот потихонечку, ну, менять, что ли, свое отношение к себе. Потому что сейчас вы, как мне кажется, вообще к себе относитесь, ну, из ряда вон, негативно. Вот. Ну, мне так, опять же, мне так видится, мне опять же так кажется, да? А именно вот, ну, именно с точки зрения психологии, именно вот с точки зрения психотерапии, именно вот то, как мне, ну, как это вот выглядит в контексте ну, вашего описания, скажем так. Вот. И, собственно, чувствуется, что у вас, ну, действительно намного более, чувствуется, что у вас много невыраженной, вот, какой-то, может быть, злости, да, вот, чувствуется, что вы как-то вот, ну, больше подчиняетесь, вот, хотя это не точно, безусловно, вот, и есть ощущение, что ваша мама в какой-то степени позиционирует себя как, ну, как жертву, да? Вот. И вы тоже относитесь к себе как вот как к жертве. Вот, что у вас ничего не получится, что все, что вы там, ну, грубо говоря, все, что вы делаете, все это приведет к, ну, условно, там, к негативу какому-то. Вот. Может быть, это и так. Может быть, это действительно приведет к определенному негативу. Может быть, но пока
вы этого не узнаете, пока вы этого не узнаете, вот, пока вы не попробуете, вот, вы этого, соответственно, никак знать не можете, в принципе. Вот. А получается так, что еще не попробовав, вы уже делаете выводы. Вот. И я думаю, что этот момент, он тоже не случайен, я думаю. Ну, я так думаю, по крайней мере, что этот момент, он тоже не случайен, что вы немножко вот, ну, бежите немножко вперед, бежите немножко как будто бы вперед, вот, знаете, вперед паровоза. Вот. Да, вы, конечно, рискуете, вот, это безусловно, вы рискуете, вот, действительно, может получиться, но вот для вас это вселенская трагедия, как бы, вот, что, ну, что может не получиться, что, может быть, вы совершите ошибку, там, и так далее, вот, то есть, как бы, идея, она... Скорее больше, ну, про то, что вы действительно можете совершить ошибку. Вот. Идея, как мне кажется, заключается в том, чтобы вы признали и разрешили себе эту ошибку. Ну, вот. Потому как в противном случае, если, ну, если ошибку себе не позволять, да, если не позволять себе ошибаться, то как тогда, ну, вообще говоря, развиваться, да? Вот. Поэтому момент здесь такой, вот. Я вам, конечно, сочувствую, вот. Безусловно, я вам сочувствую, вот. Безусловно, мне жаль, что вы оказались вот в такой ситуации, да, неприятной для вас, травмирующей. Но, с другой стороны, эта ситуация показывает вам, какие проблемы у вас есть, как бы. Вот, эта ситуация, она, ну, демонстрирует вам, какие сложности у вас есть. И, в принципе, вот эти сложности, сейчас вы можете начать решать, вот. В том числе и с помощью, ну, с помощью психотерапии, вот. То есть, ну, заручиться поддержкой, например, вот поддержкой психологов, да, заручиться, вот, и, соответственно, дальше уже вот думать и смотреть, как вы могли бы действовать и двигаться, вот. Куда двигаться и куда идти. Вот, я думаю, сначала нужно озаботиться тем, чтобы выстроить свое личное пространство, вот. Может быть, выстроить свое личное пространство, ну вот, знаете как,
сначала больше психологическое, такое вот личное пространство выстраивать, имеет смысл. Вот, а дальше уже, я думаю, вы увидите, решите и поймете, в какую сторону и направление вам можно двигаться и идти. Сейчас понятно, что вы этого, ну, можете просто не видеть и не осознавать. Вот, вследствие чего вам кажется, что вот все очень, ну, все очень плохо, да, все очень болезненно, все очень, ну, безвыходно, по сути. Вот. Но как бы момент в том, что, ну, безвыходных вот ситуаций не бывает. Вот. Абсолютно не бывает безвыходных ситуаций. Вот. Момент в том, что вы не видите выход. Вот это момент. Важно. Что вам, вам выхода не видится. Вот. Это правда. Что вам не видится выход, это правда. Это верно. Вот. Но не потому ли вам не видится выхода, как раз, что вы вот, ну, привыкли себя вот так, ну, не знаю, принижать, да, привыкли себя, ну, обесценивать, например. Вот, это, как мне кажется, такой достаточно важный момент здесь. Вот, поэтому я думаю, что поработать над чем есть. Вопросом хотите ли вы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.